Ты дебил? Джумшот! Отдай эти оружие, это не для детишек. Отдай сюда, Джумшот. Ну а шарлики, вы смотрите, что нашел мои пау-пау, пау-пау. Отдай сюда, Джумшот. Дай сюда. Я думал, ты реально меня зовут за кокошить хочешь, а ты просто детские игрушки мои нашел. Отдай сюда, Джумшот. Отдай сюда. Закокошить? Ты уже подумал, я реально подумал, что меня хочешь закокошить, Джумшот. Отдай сюда. Шарлики, не трогайте мои коки, пожалуйста. На шарлики держите, только не трогайте коки. Вот именно, Джумшот. Вот так с тобой надо. А ну пошел сюда, дебил. Иди сюда. Начальники, не ругайтесь со мной, начальники. Как ты вообще, ёпки, мой проход секретный нашел? Начальники, я на уши кашель клал, потом я зашел и пум! Кого ты клал, ёпки? Какаши. Какаши клал? Куда ты какаши клал? Какие какаши? Какаши, начальники. Вот, иди сюда, Джумшот. Иди сюда, на улицу. Иди сюда, подошел. Начальники, а вам понравился ремонт? Смотрите, как все круто сделали, как вы просили. Удачи тебе в будущей жизни, чтоб тебя больше никуда на работу не брали. До свидания, Джумшот. До свидания, Джумшот. Удачи тебе в добрый путь, Джумшот. В добрый путь. Начальники, сека самой на очень там не хватает. А я-то тут при чем, ёпта? Начальники, мани деньги. Ты видел, где у тебя дверь, а где у тебя окно? Ты мне испоганил весь дом, ёпты, понимаешь? Давай вали отсюда, Джумшот, пошёл отсюда, пожалуйста. Начальники. Слушай, я сейчас полицию, а хотя я сам полиция. Предъявите ваши документы, регистрация по месту жительства, сейчас мы вас депортируем, ёпты. Давайте, Джумшот, предъявите ваши документы, Джумшот. Начальники, давайте вы не будете об этом говорить, начальники. Тогда вали отсюда быстро, пока я в тюрягу тебя не посадил и не депортировал в свой Таджикистан. Давай! Вы обманщик, начальники! Я бы все сделал, как вы просили, а вы меня... Ты ничего не сделал, ты мне только дом испоганил. Все, до свидания, Джумшот, не хочу тебя даже знать. Не день, а дурдом какой-то. Я реально подумал, что Джумшот хочет меня затараторить. С вот эти АК-47. Оказывается, он просто игрушки нашел. Игрушки. Дебил. Слушай, с каждой серии мне сигары все больше и больше нравятся. Вот это прям вкусненькая, сладкая такая. Нормально. Я так решил, что если я сам своими руками не возьмусь за ремонт дома, то никто другой также этого не сделает. Потому что я приглашаю домой каких-то там дегенератов, и они мне только испоганивают весь дом. Вот. А поэтому я решил, что я сам все сделаю, бабки у меня есть, поэтому я сегодня пойду в мебельный магазин, закуплю новые окна, вот это все поменяю, дебил этот Джумшот окно вместо двери поставил. Поменяю вот это все, сделаю нормальный ремонт, сам, Эдуард Аперетян. Кстати, неужели кто-то забыл, кто я есть? Хорошо. Кто не знает, я лучший детектив на всей планете. Эдуард Аперетян! Ха! Я, конечно, уже заколебался раскрывать твои секреты, но так уж и быть. Если ты до сих пор не веришь, что я настоящий детектив, лучший детектив на этой планете, то я открою твой еще один секрет. Слушай сюда. У меня есть секретные видосы, а где ты каждый раз, ну почти каждый раз, перед душем или после душа раздеваешься перед зеркалом и начинаешь позировать. Там, а, какие у меня мышцы, ты... А, какой у меня пресс! А, какая у меня жопа! А, типа, знаю, такой секси-шмепси. И что самое главное, ты думаешь, что это никто не видел? А если я тебе скажу то, что у меня в твоем туалете была секретная скрытая камера, и я это все записал. Да. Поэтому, если ты хочешь, чтобы я не обнародовал вот эти все твои фотографии, с голым пипипунчиком, вот, или жопой. Видосики твои. Тебе нужно поставить лайк. А если ты сейчас лайк не поставишь на этот видос, и если ты разочаруешь Эдуарда Персиана, жопа тебе, я тебя спалю по полной программе. Короче, нужно выдвигаться в магазин мебели
и закусить, ага. Нормально. Да, вкусно, что за сигарета так. Так, съёпте. Ага. Заказ. Ага. Через Юбер. Вот через 5 секунд уже будет тут. Ни хрена себе такси. Быстрые какие-то. Где такси? Опа, здорово. Надеюсь, в этот раз нормальный таксист будет. Таксист, к мебельному магазину. Поехали, ёпта. Шофер, вот тут остановитесь на повороте, да, вот тут, все нормально, все, да, спасибо. Так, хорошо, спасибо, шофер, спасибо вам огромное, заберите деньги хотя бы в этот раз. Идрить, колотить форсаж 10 просто какой-то. Ненормально, я говорю, уже по-сарански, дебила, я не живу. 10-й раз меня уже бесплатно на такси подвозят. Чувак просто сейчас взял и в реку сиганул. Ладно. Опять как-то неудобная сигарета, зато вкусная. Ладно. Надо, ёпта, надо идти закупиться нормально, так. Здорово всем, здорово. Так, 32 бакса есть. За 32 бакса, в принципе, мне так кажется, можно нормально закупиться. Так, ну да, кровать. Угу. Там стол нужен, конечно же, шкаф нужен. А мне кухни нету, ёпта. А как мне вообще ужин там готовить или еще что-то? Продавец! Помогите! Продавец, короче, мне тут мебель нужна, продавец! Кровать, кстати, прикольная. Вот эту кровать хочу. Продавец, помогите, я тут ничем не шарю, мне нужно мебель выбрать. Вот, о, кстати, диванчик. Вот этот диванчик тоже прикольный, мне нравится. Что за гейская кровать какая-то? Розовая. Продавец! Что за хрень? Ладно. Так, может тут... Продавец! Тут? Нет, не тут, ладно. Ядрить, колотить! Да кто такой? Кто такой? Это ты кто такой, я у тебя спрашиваю? Это ты кто такой? Ну ладно. Разрешите представиться, лучший детектив на этой планете Эдуардо Перетьяно! А ты кто такой? А ты кто такой? Я... продавец. Продавец, говоришь, да? Да. А чё ты в маске бандита, продавец, в балаклаве? А, продавец? Я просто стесняюсь. Чего? Я стесняюсь своего лица, я некрасивый. Поэтому ты маску носишь? Да. А, ну, это молодец, не надо людей пугать. Я понимаю, то, что природа как бы тебя обделила, ты там страха Пудина и вышел. Но это молодец, продавец, то, что... Я детектив, если что, здорово. Как тебя зовут? А, ладно, неважно, забей. Вот. Я пришел закупиться мебелью, короче, тут один, знаешь, застройщика вот этого места, Джумшут, ёпты. Короче, пришел ко мне домой, я, ну, и сказал ему то, что Джумшут, мне надо много всего тут интересного сделать дома. Там кровать поставить, там мебель поставить. Вот, он, короче, пришел, растараторил мне весь дом. Продай. Да, я вас слушаю внимательно, рассказывайте, да. А чё, куда ты хотел бежать? Я просто вот двери раздвигаю. Напукали тут, конечно. Вот, пришел, весь дом мне раскромсал, ушел, еще говорит, начальникам деньги на всех особо не хватает. Я говорю, Джумшут, пошел отсюда нахрен, пока я тебе почки не вырезал. Продавец. Да, проветривается, ох, прям ветер. Зайди обратно, продавец. Вот. Короче, продавец, посоветуй мне что-то хорошенькое, пожалуйста. Вот мне вот эта кровать понравилась, прикольная. Вот. Да, прикольно, да. Лежать можно, да. Ладно. А вот это? Ну, тут даже сидеть можно. Смотрите, сидеть можно. Ладно. А вот это гейская кровать, розовая. Да, это тоже просто шикарная кровать, я вам говорю, берите. Ты определись, ты мне дай совет, какая нормальная, у меня бабки есть, если что, видишь, и мне кровать нормальную нужно. Кровать посоветуй. Слышь, мне кажется, детектив, тебе это подойдет. Мне кажется, тебе 15 суток в обезьяннике подойдут, мне вот это понравилось. Вот это мне понравилось. Вот это, я вам честно скажу, тут кот нассал.
И чё? Она пахнет. Ужасно прям пахнет. Прям ужасно. Берите вот эту. Ладно, в сраку тебя. С этим мы еще, короче, разберемся. Диван мне тоже какой-то посоветуй, пожалуйста. Слышь, ты можешь ты уже починишь тут свою сантехнику? Смотри, сколько тут уже воды натекло. Давай, ты почини быстренько. Махался. Прорвало трубу. Давай, почини, я пока подожду. Ну не дело, так затопишь всех. Это я не умею. В смысле, ты, ёпты, не умеешь? Твой же магаз. Ну я же не водопроводчик какой-то, я не умею. Я просто немножечко шалю. Кого? Шалю. В смысле шалишь, это как? Вот я немножечко шалю. Чем ты шалишь? Шалю. Ядрить мой батон, какие вообще тут, мать вашу, жопосранские там сраном, иди в сраку. Вот унитаз мне вот этот понравился. Сколько стоит? Берите, много стоит, надо посмотреть. Ага. Даже ценник прорвало. Сколько стоит? Да я не знаю. А короче, недорого, наверное, да? Ну берите, бесплатно забирайте. А, хорошо, спасибо. Слушай, мне вообще нравится. Так хорошо. Да вы все можете бесплатно тут забирать, я вообще увольняюсь. В смысле? Я увольняюсь. Так, подожди, я что-то до речи немного потерял. Сколько ты в Жапосранске живешь, продавец? Да я... Да много. Поэтому я вижу, у тебя вообще кукушка нахрен сдвинулась, просто шифер слетел, кирпичики посыпались, да? Как да, кажется... вот так вот жизнь сложная штука. Ну я пошел, да? И нет, я тебя никуда не отпущу, ёпта. В смысле бесплатно забирай, я что-то не... Сними-ка ты маску, чувачок. Сними маску. Да я же тебе говорю, я немножко шалю. Я стесняюсь. Да без разницы, сними маску, я хочу посмотреть на твое... Я стесняюсь. Подозрительное личико твое хочу посмотреть, а ну покажи. Я стесняюсь. Пройдем сюда. Ты что? С ума сошел, ёпта, да? Может мне дурку вызвать? Нет. Твой магазин, в смысле ты мне говоришь, чтобы я все бесплатно забирал? То есть я могу так подойти к этой кровати, сломать ее бесплатно себе забрать? Да делайте, что хотите, правда, я увольняюсь. То есть я могу подойти вот этот стол сломать и себе забрать, да? И вот эти стулья забрать, вот и это все себе забрать, да? Вот допустим, и допустим, вот шкаф я тоже себе могу забрать, да? И смотри, и вот да, это все, вот это. Зеркало, кресло, да, вот все можно забрать. И вот это могу забрать, все могу забрать. Да, подойди сюда. Видишь, какой у меня калашку то есть, видишь? Ты что делаешь? Да я просто дулом своим свечу, да не переживай, я просто. Давай в другую сторону свети своим дулом. Ладно. Пройдемте сюда, я хочу посмотреть, что у вас вот тут. У вас тут склад? У вас там склад или что там? Там плохие, там воняет. А, там тоже кот нассал, да? Да, вот туда лучше не заходить, воняет. Ну хорошо, дай посмотрим. Ядрить толки! Это еще что такое, ёпки? Я что-то не могу понять. Продавец? Так вот он что в маске гоняет. Так это просто ворюга проклятый, который пришел, захреначил этого продавца, а сейчас сам притворяется продавцом. Поэтому ему на все наплевать. Он говорит мне, типа, забирай всю мебель бесплатно. Типа какая. А поэтому он хотел смыться уже 10 раз от меня. Слышь? Вор проклятый! Ты чё-то... А ну подошёл сюда! Я тебя спалил, дебил! Подошёл сюда! Подошёл! Ну чё? Я тебя спалил! Ты никакой не продавец! Ты сейчас у меня в тюрягу сядешь, понимаешь? И чё? Жопа тебе, короче, понимаешь? Жопа! Сейчас тебе жопа придёт, будешь тут разговаривать! Придержи коней! Мне жопа! Вообще-то у меня в этой серии тоже оружие есть! Иди, давай! Да кто кого? Ты чё, охренела? Ah!